снимая заброшенные места, я вот снимаю этот старый мост. Я потом поднимусь наверх, посмотрите, какой он узкий. И вот что самое интересное, от этого моста идет еще более старинный мост и еще более узкий. И этот мост ведет нас прям по прямой дороге. Вот тот заброшенный замок, который я потом сниму. Так, я сейчас поднимусь наверх. Тут вот всегда, когда идешь на вот такие незнакомые места, нужно подниматься, смотреть под ноги очень аккуратно. Почему? Потому что, не дай бог, подвернешься где-то что-то, а вызвать здесь помощь, в принципе, неоткуда. Места дикие. Поэтому вот он идет сверху, совсем узкий мост, как вы видите. Вот. А здесь, вот этот мост, тоже он узкий. То есть раньше его построили, даже когда, видимо, брички не использовали. Вот. Сейчас спущусь, еще сниму водопадик.